Здравствуйте. У Нины Петровны Силкиной, первого директора 9-й школы, есть высказывание. Нет единой идеальной школы для всех, иначе она давно была бы изобретена и описана. Но каждый, кому дано, кто приставлен к этому замечательнейшему из всех дел на Земле, к учению детей, может найти свою идеальную школу, а еще лучше сделать ее. Созданию своей идеальной школы Нина Петровна посвятила больше 20 лет жизни, и школа получилась замечательная. 1 апреля 9-й исполнилось 25 лет. На сегодняшний день это одна из ведущих школ города. Самая главная черта 9-й – это участие в образовательном процессе учителей, детей и родителей. Благодаря такому сотрудничеству, которое стало традицией, в молодой школе созданы условия для всестороннего развития школьников. Тогда, 25 лет назад, только Нина Петровна точно знала, какой будет ее школа. Начинала с нуля, с фундамента строила, и ее энтузиазм от вершения чего-то нового был заразителен. Эта вот новизна, она заставила нас работать по-новому, с интересом, формировать себя, детей, вот это вот единство детей, взрослых, учителя, родителей. Поэтому вот, когда я сейчас хожу по коридорам, у нас очень много уже детей, наших учеников. Они все похожи друг на друга, я даже подхожу, ну, одно лицо. То есть вот это вот единство, и оно еще и вселяло доверие к школе. И вот когда я это доверие сейчас ощущаю, мне кажется, это хорошая оценка нашей работы. Нина Петровна всегда говорит: «Мы – наша». Чувствует за собой сильную команду, но каждый член этой команды прекрасно понимает, что без Нины Петровны школа была бы другой. Это за ней пошли лучшие учителя города создавать нестандартное образовательное пространство. Для меня это, конечно, образец в этом плане. Уметь себя организовать, повести за собой коллектив, убедить, где это нужно. Ну и, мне кажется, самое главное, вот, понимаете, быть на своем месте. Вот это про Нину Петровну. Как руководить школой, как развивать школу, да, у Юлии Петровны, ну вот, вот надо только учиться. Поэтому я благодарна судьбе, что вот в силу профессиональной деятельности мне удалось сотрудничать с Ниной Петровной. Нина Петровна подобрала хороший коллектив. Как она говорит, я подбирала под себя звездных учителей, подобрала сильную управленческую команду, и это позволило ей создать такую школу. Вот 9-я школа – это ее, я считаю, главное детище. У каждого человека есть достижения в жизни. Но вот я считаю, что самое большое, ну и она сама так говорит, вот в жизни то, что она сделала, это построила 9-ю школу и поставила ее на крыло. Кого-то Нина Петровна приглашала сама, а кто-то попал в школу нового формата чуть ли не на конкурсной основе. Ольга Кудряшова была одной из шести претендентов на место учителя технологии. За годы работы в 9-й Ольга Владимировна дважды завоевала президентский грант «Лучший учитель России», а ее ученицы не раз побеждали на олимпиадах по технологии российского уровня. Я ждала, что школа новая, современная, и думала, что подходы тоже должны быть новые, современные, и можно будет все свои задумки внедрять. Собственно говоря, что у меня очень хорошо получилось, потому что как-то вот Нина Петровна с первого дня дала мне свободу. Это очень важно для творческих людей. Уже несколько лет Нина Петровна дает только индивидуальные уроки, однако бывшие ученики теперь вспоминают ее с любовью. Нина Петровна очень общительный человек, я думаю, с очень богатым жизненным опытом. Когда я еще ходила в читательский клуб «Крылышки» в нашей школе, также писала отзывы на произведения и читала их. Нина Петровна мне помогала редактировать мои отзывы, советовала, свои замечания давала. Нина Петровна помнит все до мелочей о школе со дня ее открытия и по сей день. Она вкладывает в нашу школу абсолютно все свои силы, живет здесь. Но для нее каждый ребенок, каждый ученик – это ее ребенок по жизни. Первый полноценный выпуск молодой школы, который проучился с 1 по 11 класс, стал особенным. Еще в самом начале эти дети попали к заслуженному учителю Российской Федерации Нине Александровне Чекиной. В среднем звене класс продолжила вести сильная команда предметников, в том числе и сама Нина Петровна Силкина. Она была не только директором, она вела уроки у нашего класса, вообще относилась
с любовью и к уважению, я считаю, к моим одноклассникам, ко мне в том числе. И, в общем-то, у нас был такой золотой выпуск, там несколько золотых медалистов из одного класса, причем я могу сказать, что все было честно, то есть так, наличие такого количества претендентов на золотые и серебряные медали вызвало подозрение, и к нам приехала комиссия из области, и как бы все экзамены сдавались, так сказать, в присутствии строгих наблюдающих, чтобы все было честно. Вот, тем не менее, несколько человек получили золотые медали и очень много серебряных. Ну, надо сказать, класс, в котором учился Миша, он был совершенно уникальным. Вот я была классным руководителем этого класса. Там практически у нас не было тех, кто учился бы посредственно на тройке. Отличники, ударники. И так сложился коллектив, что эти дети, им нравилось учиться, нравилось общаться друг с другом, не просто там как-то о чем-то повседневном. Им нравилось вместе добывать знания. За 25 лет школу окончили 88 медалистов, в том числе 42 золотых. 10 учащихся имеют 12 президентских грантов и 4 губернаторские премии. Когда все вместе, когда существует вот это триединство, учителя, родители, дети, тогда всегда есть результат. Результат хороший, красивый, мощный, дающий правильный, воспитательный эффект. Благодаря активному участию родителей в жизни школы в 9-й каждую зиму заливается каток. И в игре КВН, которая проводится в школе каждый год с момента основания, последнее время участвуют наравне с командами педагогов и старшеклассников команда родителей. Самое интересное, самое замечательное – видеть, как родители репетируют. Они на этот момент превращаются в подростков, детей. Где-то там, далеко, за пределами, за стенами школы, они оставляют обычные житейские заботы. Вот все остается там. И они получают от этого удовольствие. Испытывают, ну, говоря молодежным сленгом, драйв. У Силкиной Нины Петровны много наград и званий. Среди них почетный гражданин города, нагрудный знак за верность профессии. Награду в конкурсе за нравственный подвиг учителя Нина Петровна считает наиболее значимой. О ней она рассказывает на классных часах. И не только о ней. Ничего нельзя исправить. Вот жизнь сразу набила, без черновиков. Они, надо сказать, очень внимательно слушают. И я поняла, что ребятам нужны вот просто разговор. Поэтому, когда я прихожу вот с этой вот книгой «История, фотография» и начинаю им рассказывать то-то другое, они просто замирают. Я говорю, ребята, я к вам пришла с этической беседой. Ее можно прервать на полусловие, я приду к вам еще раз. Я буду вам говорить о добре и зле. Замирают и слушают с большим интересом. И история, и события нашей школы, и какие-то это. И вот я им говорю мысли. Жизнь пишется только набело. Нет черновика. Всю жизнь Нина Петровна занималась только тем, что было ей интересно. Боролась за дело с любовью и энтузиазмом, который могла заразить всю команду. Энтузиазм Нины Петровны Силкиной заразителен и сейчас. Ее стихотворение «Мое ученичество» Олеся выбрала для участия в конкурсе чтецких работ. За часом час, за годом год, отмерен школьный путь звонками, и ученичество мое сквозь камень знаний прорастает. Спасибо. Там есть еще одно четверостишее, но оно оказалось слишком несовершенным, и мы с Олесей его отменили. Мы же авторы. Чтобы учить других, нужно постоянно учиться самому. Этого Нина Петровна всегда требовала от своей команды и следовала этому принципу сама. Профессионализм и любовь к своему делу позволили педагогам 9-й под руководством директора, который всегда твердо знает, что делает и вселяет эту уверенность в других, создать свою идеальную школу. Это была программа «Люди нашего города» и я, Лариса Воложанина. До новых встреч!